При выборе квартиры балкон играет ключевое значение. Понимаю. Ага. Кухня более 10 квадратов, гостиная. Небольшая однушка в 40 квадратов предпочтительно в кирпичном доме. Именно такие квартиры сейчас в цене у красноярцев, говорят риэлторы. 2016 год на красноярском рынке недвижимости стал периодом оттепели. Кризис в экономике и в сознании людей закончился, горожане готовы покупать квартиры. Цены на жилье снижаются уже второй год подряд. Такая ситуация сохранится и в наступившем 2017. Мы предполагаем, что вот эта тенденция очень замедленного снижения будет еще как минимум до середины 2017 года. То есть никаких предпосылок вот сейчас ни январь, ни февраль по изменению рынка в какую-то иную сторону мы не видим. Купить самую недорогую квартиру на вторичном рынке, например, квартиру хрущевку, можно там где-то уже за 1 200 000. Это цены где-то, знаете, 2006 года. Риэлторы говорят, тем, кто сейчас решает жилищный вопрос, бояться и выжидать не стоит. Средний ценник за квадрат на первичном рынке 48 тысяч рублей, говорят эксперты. Но внимание покупателя сейчас переключилось на вторичку. Квадратный метр здесь дешевле на 2000. Чаще стали брать вторичку и с помощью ипотеки. Банки снизили за последний год достаточно серьезную ипотеку. И на самом деле сегодня, и действительно сегодня можно получить ипотечный кредит от 11,5% годовых. То есть, ну, это очень, я считаю, что достаточно комфортный процент для России. В 2016-м ипотека оказалась значительно дешевле и доступнее, чем до этого, говорят специалисты. Такое останется и в наступившем году, даже несмотря на завершение программы господдержки. Она перестала действовать с января. Ну, я думаю, что сейчас мы зафиксируемся на тех ставках, которые мы увидели в декабре. То есть в течение всего 2016 года ставки снижались, и средняя на первичном рынке по ипотеке в Красноярском крае составляла в декабре 12,18%, если не ошибаюсь, процентов. Да, вторичка была чуть-чуть подороже, где-то около 13%. Полагаю, что вот примерно на этом уровне ставки сейчас и замрут, пока не будет снижена ключевая ставка. А вот строители называют наступивший 2017 год сложным. В 2016-м сдано в эксплуатацию рекордные 900 тысяч квадратных метров. В основном это многоэтажные жилые дома. В этом году объемы строительства уменьшатся на 200 тысяч квадратов. Виктория Столярова, Виталий Субботин, новости ТВК.